Поздравляем! Спасибо! Как быстро выросла Райли. Детка, мы переезжаем. Почему? Как же наш дом? Новый город, новые приключения. Теперь мы живем здесь. Пойдем, малышка. Райли грустит по дому. Тебе и раньше нравилось, правда? Там все было лучше. А помнишь, сколько друзей было раньше? Ох, мы их больше не увидим. Поломашка. Обведем силуэт. Укоротим вверх. Слепим голову. Глазки-шарики. Белоснежные зубки. Прикрепим волосы. У новой эмоции столько чемоданов. А вдруг что-то забыла? Первый учебный день. Ура! Все такое интересное! А вдруг нам там не понравится? А вдруг все пойдет не так? У меня с собой салфетки, аптечка, расческа. Пора на урок. Стой, вдруг это не твой кабинет? О, нет! Простите, я не хотела. Вот это первое впечатление. Не ушиблась? Давай помогу встать. Спасибо, я Райли. Тут не занято? А вот и первая подружка в новой школе. Нужно успокоиться. Тревожность отступает. Лалилу, я хочу стать чирлидершей. Снимем мерки. Встретимся после крафта. Приложим шаблоны. Сошьем милое платье. Вау, уже не терпится. Все готово к примерке. Платьице безупречно. Держи помпоны. Я на пути к мечте. Райли и тревожность пришли в спортзал. Опять ты? Куда же ты без меня? Выход там, живо. Иду, иду. Мы можем танцевать. Познакомимся с девочками. Порепетируем. У девочек отлично получается. Уи, как здорово! Новенькая. Мальчик улыбнулся Райли. Он нас заметил. Ой. Райли покраснела. Появилось смущение. Как неловко. Бежим отсюда. Подождите меня. Эй, куда ты? Крошка ждет свою роль. Нужно чуть подрасти. Выберем краски. В голубом лучше. А волосы? Украсим заколочками. Вырежем выкройки по шаблонам. Пробежимся иголкой. А у грусти оттенок кожи лучше. Сложу книги. Это Кевин. Hi. Ой, приветик. Он хочет поболтать. Что? Они дружат? Чем это Райли лучше нас? Как здорово! Ничего хорошего. Кевин, пойдем со мной. Ой, Райли! Пока! Выпустите! Он сбежал. Вытри слезки, милая. Он никогда больше не придет. Захватим бумагу. Сложим по линиям сгиба, наполним салфетками, уменьшим коробочку. Салфетки понадобятся Райли. Все смешалось. Кто из нас сильнее? Я или я? Или я? Посчитай, сколько эмоций у девочки. Вас слишком много, я не понимаю. Печаль, пойдем в класс. Эх, как мне не везет. Райли, ты провалила тест.
я опять не справилась. О, жизнь несправедлива. Как же так? Может, сладкое поднимет тебе настроение? Все бессмысленно. Ой, что это? Записка? Пс, это от меня. Упс, мне пора. Ю, мой выход. Мы ему нравимся. Удачи, Райли. Подготовим материалы. Отрежем лишнее. Возьмем клеенку. Вырежем треугольники. Обклеим каркас. Теперь нитки. Вставим трубочку. Очередь шнурочка. Украсим наклейкой. Запустим воздушного змея. Не подглядывай, сюрприз! Ух ты! Пикник! А вот и эмоции. Веди себя правильно! Вдруг мы все испортим! Что же будет? Ребята взялись за руки. А вот и я! Эмоции не помешали чувствам. Держи катушку, запустим воздушного змея. Я тоже хочу веселья. О, это зависть. Осторожно. Ой, запуталась. О нет, наш змей. Помогите. Слишком высоко. Так им и надо. Найдем нужную формочку. Обернем фоамираном. Достанем жвачку. Скрутим ее и упакуем. Выстроим краски. Выдавим в баночки. Туалетная бумага в комплекте. Набор вредителя готов. У меня есть план. Что здесь случилось? Какой бардак? Нужно убрать. Ого, кто это сделал? Без понятия. Дети, кто это сделал? Чуть не забыла про жвачку. О нет, чьи-то проделки. Это не мы, честно. Я знаю. Посмотрите, что у Райли в рюкзаке. Вот доказательство. О нет, ее подставили. Это не мое. Придется объяснять это директору. За дело. Вырежем отсек. Вставим трубочку. Швабра готова. Возьмем колпачок. Закрепим ручку. Пипедастр для пыли. Наведем чистоту быстро и легко. Райли готова, эмоции готовы. Начинаем. Это не моя вина. За поступки нужно отвечать. Вы накажете меня ни за что? Он не поверит. Придумал? В классе нужно убрать. О нет, убирать. Ну и дела. Сколько работы? До вечера. Не справимся. Райли взялась за дело. Давай помогу. Правда? Вместе быстрее справимся. Класс возвращает свой прежний вид. Мы все убрали. Общее дело сближает. А вдруг мы ему все-таки не нравимся? Выберем силиконовый молд. Зальем термоклеем. Заготовка застыла. Украсим стразами. Корона королевы и короля школьного бала. Кому же они достанутся? Корона будет моей. Ты будешь участвовать? Не знаю. Приветик. Радость и смущение тоже здесь. И я. Кевин. Райли, привет. Нам не видать короны. Хочешь поучаствовать? Нет. За мной. Прочь отсюда. Верните меня. Парочке никто не помешает. Пф, подумаешь. Пора объявлять победителей. И королевой школы становится Райли. А королем Кевин. Поздравляем вас! К
Короны наши! Нужно уметь ладить со своими эмоциями. Мам, купи мне это, а мне это. Купи-купи. О, возьмите деньги. Спасибо за покупку. Приходите еще. Вау, Мишка, такой классный. Смена окончена, мы закрыты. О-оу, я влипла, всюду темно. Что же поможет мне найти включатель? Напиши в комментариях. Малышка играет с печатками. Захватим одну для поделки. Срежем слой. Выберем камушек. Пройдемся по золотой. Глиттер. Бусинка-кнопочка, мощный фонарик озаряет все светом. О, фонарик! А где рубильник? Ура, на стене! Снова светло, нужно все проверить. Кто наш новый герой? Смешаем цвета, разомнем пластилин, добавим объем на ножки, туловище, теперь ручки, наколдуем голову, Эльза, Ариэль, Фредди. Затонируем. Выделим животик, черный носик. Бусинки-глазки. Прорисуем детали. Черная бабочка. Лалекадабра. Фредди ожил. Может быть, он поможет Венди? Я тут застряла. Часы пробили полночь. Придется ночевать здесь? Что за звуки? Игрушки оживают. Колесо фортуны. Мамочки, что происходит? Игрушки, они оживают. Ой, кто там? Устрашающий взгляд. Я спасу тебя! Ставь лайк, чтобы скорее помочь малышке! Фредди связан гирляндой. Побежали! Пока-пока, Фредди! Выберем пластилин. Смешаем цвета. Сформируем пласт теста. Томатный соус. Сверху сырный. Колбаска и бекон, томаты, зелень, подрумяним корочку, сложим коробки, упакуем пиццу. Приятного аппетита! Венди и Чика продумывают план. Тебе нужно найти карту магазина. Может, она в пушке? Нет. А за кубиками? Внутри? Пусто. На трубе? Да где же она? Смотри! Карта висит за Фантайм Фокси. Как думаешь, что любят кушать лисички? Пиши в комментариях. Пицца. Отвлечем его. Доставка. Ням-ням, хочу. Ура, Чика и Венди у цели. Половина у меня, бежим. Возьмем кисточку, обрежем ручку. Подготовим краски, золото, затонируем, отрезок фоамирана, скрутим колечко, прикрепим вставки. Готово. Приклеим по бокам. Кому понадобилась кувалда, заглянем в игровой зал. Автоматы с игрушками. Здесь должна быть вторая часть. Смотри, вон она. Нам нужна монетка. Уточки, есть одна. Не успеваю. Как их остановить? Держи кувалду.
Придется разбить горку. Ура, монетка! Забросим в автомат. Шарик! Нужно открыть. Используем кувалду. Ура! Соединим половинки. О, нет, это Фредди. Бежим! А где же они? Венди! Венди! Привет, Лалилу! Снимем мерки. Возьмем заготовки, вырежем распечатку. Захватим прозрачный пластик. Соберем коробочку. Новая упаковка. Проходи, Лол Сюрпрайз Твинс. Венди превратилась в куклу. Нам нужны три ключика. С помощью них я смогу выбраться. О нет, прячемся. Куда? В коробке не заметит. Куда они подевались? Показалось. Фу, он ушел. Венди, ты тут? О, ты меня напугала. Прости. Сверимся с картой. В этой комнате мы должны найти ключ. Поищем. Коробка со слаймом. Я открою. Вперед! Возьмем фетр. Наметим выкройку. Вырежем заготовку. Примерка. Нужен утеплитель. Нарежем полоски. Проденем ленточку. Спасательный жилет поможет Венди. Нужно идти дальше. Я слышу Фредди. Где мы? Зона бассейна. Берегитесь, в нем акула. Спрячемся в бассейне. Я не умею плавать. Что же мне делать? Пиши в комментариях. Прыгаю. Тону. Я тебя спасу. Чика. О нет, акула рядом. Прочь отсюда. Я нашла на дне шарик. Ну и приключение. Зато внутри ключик. Что там дальше по карте? Друзья продолжают путь. Выберем шляпку. Фуражка будет в самый раз. Сменим цвет. В синем будет лучше. Захватим камушек. Заправим принтер бумагой. Пуск. Распечатаем знак «Стоп». Блестящий фон. Приклеим зубочистку. Добавим бусинку. Осторожнее на дорогах. Малышка и Чика в новом зале. Нужен третий ключ. Он должен быть где-то рядом. Вот он. Не поймаешь, не поймаешь. Бежим за Мишкой. Железная дорога. Медвежонок отправляется в путь. Как его остановить? Вот это скорость. Идея. Проезд запрещен. Штраф – ваш ключ. Эх, держите. Мне нужно было его охранять. Ура! Последний ключ! Попались! Игрушка на пружине. Сотрем личико. Пройдемся спонжем. Нарисуем улыбочку, красный носик. Спрячем игрушку в коробку. Накроем крышкой. Кому подсунем сюрприз? Фредди собрал друзей для знакомства с гостьей. Попались! Бежим! Вставайте, мы их упустим! Остался только Фредди. Есть идеи? Держи подарочек. Мне? Ну-ка, распакуем. Хватай его, заворачивай в бумагу. План сработал. Я вам еще покажу. Больше Фредди им не помешает.
Починим старенький бульдозер. Подберем колесико. Слишком маленькое. В самый раз. Срежем верх кабины. Возьмем краску. Пройдемся кистью. Идеально. Закрепим ковш. Обрежем трубочку. Приклеим пластиковую дугу. Сменим цвет. Чика, справишься с вождением? Полный вперед! Бежим к выходу. Нужно добраться до дверей. О нет, они завалены игрушками. Мне одной не справиться. На уборку идет целая вечность. Спешу на помощь. С экскаватором управимся в два счета. Ковш сносит все преграды. Дверь! Этот не подходит. Попробуем следующий. Тоже не тот. Наш последний шанс. Ура! Венди, крошка, мы так волновались. Настало утро, пора магазину начинать работу. Чика, за мной пришли родители. От подруги осталось только перышко. Невероятное приключение. У нас есть новость. Посмотри, у тебя будет сестричка. Что? Зачем? Синди придется попрощаться с игрушками. Где мои куколки? Нужно ее чем-то порадовать. Лалилу, поможешь? Подготовим материалы, захватим бисер, приклеим бусинку, полоска фоамирана, нарисуем кнопочки. Этот микрофон для меня? Родители нянчат Люси. Как громко! Что делать? Тишина. Мама, папа, я спою для вас. О! Перестань. Ты разбудила малютку. Я не хочу младшую сестру. Подготовим материалы. Обрежем зубную щетку. Закрепим щетинки. Срежем дно бутылочки. Деревянная ручка. Совок в комплекте. Сменим цвет. Обрежем трубочку. Наденем сверху. Убирать мусор легко и удобно. О-оу, проказница добралась к вещам мамы. Мне идет? О нет, цветы. Платье! Чик-чик! Люси! Мам, посмотри, что она натворила. Что здесь произошло? О нет! Кто это сделал? Это она. Немедленно убери. Пойдем, детка, мамочка рядом. Это несправедливо. Старшим приходится несладко. Возьмем силиконовый молд. Покроем позолотой. Бах! Украсим декором. Улыбочку. Снято. Чудесные воспоминания. Ей не место на семейном фото. Я сама все исправлю. Вот так. Что? Синди плохая. Не хочу такую сестру. Милая, в чем дело? Кто это сделал? Синди, как ты могла? Нет. Подумаешь над своим поведением. Расчистим рабочее место.
Сменим цвет, подготовим ткань, очертим, вырежем заготовки. Накроем крышкой шнурок на стыке. Удобная ручка. Наклейки из путешествий. Дорожный чемодан. С меня хватит. Уезжаю. Где же чемодан? Нашла. Нужно собрать все. Как же нам было хорошо втроем. Фу, все поместилось. Прощай, родной дом. Мама с папой проводят время с Люси. Старшая дочка улизнула. Будут ли ее искать? Нужна полимерная глина. Хорошенько разомнем. Свернем рулетик. Нарежем слайсами. Возьмем зубочистки. Леденцы на палочке. Отправим запекаться. Готово. Покроем лаком. Упакуем сладости. Заказ готов? Синди! Где наша девочка? Она ушла из дома. Осталось только фото. Что мы натворили? Как же найти доченьку? Синди ищет новых родителей. Я никому не нужна. Крошка, ты сирота? Но я ищу новых родителей. Я не смогу тебя забрать. Может, сладости тебя порадуют? Ты еще найдешь свою семью. А ты чего тут сидишь? Мне негде жить. За мной! Напиши в комментариях, что же Синди забыла на остановке. Обрежем пипетку. Нанесем термоклей. Заполним моющим. Ставим дозатор. Приклеим этикетку. Уменьшим губку. Для уборки все готово. Кому вручаем набор? Здесь я и живу. Мои любимые котики. Познакомьтесь. Спасибо вам. Какие милые пушистики. Можно погладить? О, поцарапал. Ты зачем их обижаешь? Пойдем за мной, живо. Есть задание для тебя. Но тут целая гора. Ладно, справлюсь. Котик поможет. Ох, нет. Разбила тарелку, неумеха. О таком ли доме мечтала Синди? Соберем материалы. Достанем щетки. Разрежем контейнер. Вставим деталь в принтер. Приклеим подставку. Производство Лалилу. Пуск. Принтер поможет с поиском. Синди обязательно найдется. Распечатаем ее фото. Гениально! Листовки готовы. Осталось расклеить. А я посижу с малюткой. Обклеим тут все. Куда дальше? Ой, что там? Наш чемодан? Синди была здесь. О, это же она. Сэр, я ее видела. Нужно ее найти. Ее увела бабуля. Спасибо. Удачи. Сколько деталек. Захватим с собой поломашку. Обклеим фоамираном. Накроем элемент. Закрепим колеса. У-у-у! Добавим трубочку. Новый цвет. Смастерим руль. Стразики.
новенький самокат. Вперед! Я должен поспешить. Фу, нужен транспорт. Самокат. Отлично. Ты куда? Папа мчится на помощь. Его ждет долгий путь. Кажется, это здесь. Бррр, жуткое место. Синди занята уборкой. Кто там? Папа? Доченька, ты в порядке? Эй, ты чего остановилась? Я забираю свою дочь. Хочу домой, не пущу. А-а-а! Папочка, пошли. Крошка, больше ты сюда не вернешься. А убирать кто будет? Лалилу готовит сюрприз. Облепим крышечку пластилином. Выложим фрукты. Покроем прозрачным лаком. Аппетитный тортик готов. Все позади, дорогая. Я так волновалась. Я нарисовала наш портретик. Люси, ты скучала? Конечно, сестричка. Как трогательно. Надевай. С днем рождения, доченька. Ты же не думала, что мы забыли. Загадаю желание. Пусть все будут счастливы. Поздравляем, милая. Мы любим тебя. Быть старшим ребенком – это здорово. Бобер поможет с материалами. Целая горсть опилок. Превратим в картон. Выберем силиконовый молд. Приложим рамку. Вклеим семейное фото. На диване кого-то не хватает. Эх, дорогая, как мне тебя не хватает. Папа, я помогу. Папа погрузился в воспоминания. Как это мило, предложение руки и сердца. Чудесная свадьба. Беззаботные дни, но однажды мама заболела. Мы рядом, дорогая. Всегда будем рядом. Папочка, пойдем. Теперь Алексу придется воспитывать детишек самостоятельно. Возьмем коробочку. Высыпаем скрепки. Выберем цвет. Перекрасим каркас. Добавим ручку. Уменьшим папки. Сложим портфель. Алекс, пора на работу. Мэгги сладко спит. Проспали, доченька, вставай! О, я не выспалась. Расчешем волосы, сверху бантик. А точно так должно быть. Ты, красотка, побежали. Ланч в рюкзачке, опаздываю на работу. Посадим малышей в автокресло. Что это? Енот! Поехали! Ну и утро. Удачи в школе, до встречи после уроков. Совещание уже началось. Здравствуйте, коллеги. Поддержите малышей. Представляю свой проект. Это не то, что вы подумали. Совмещать отцовство и работу совсем непросто. Мне нужен образ для выступления. Выбирайте ткани. Хочу розовую. Лалилу, поможешь? Конечно. Стянем в сборку. Выберем цвет. Подготовим материалы. Лали-кадабра. Верх готов. Мэгги выглядит великолепно. Шоу талантов начинается. Встречайте аплодисментами Джилл и Кэролин. Микрофон слишком высоко. Минутку, принесу стульчик. Браво, молодцы! Потише. Пригласим на сцену чирлидершу Монику.
чечетка. Брейк-данс. Мэгги начинает волноваться. Где же папа? Привет, я Мэгги и станцую для вас балет. Фу, успел. Простите, извините. Солнышко, я горжусь тобой. Поддержка папы подарила малышке уверенность. Выберем крышечку. Затонируем поверхность. Возьмем палочку. Закрепим ручку. Сковорода готова. Выложим панкейки. Приятного аппетита. Алекс, справляешься с бытом? Время стирки, загружу в машинку, а пока приготовлю завтрак. Сначала тесто, все на сковородку. Папочка занят, посидите тихонько. Стирка! Всюду пена. Забыл отсортировать вещи по цветам. И панкейки сгорели. Что же делать? Кажется, папочка не справляется самостоятельно. Выберем фетр, приложим шаблоны, соединим поля, обмотаем лентой. Токси-бак мы одолжим, пробьем отверстие дыроколом. Набор для маскировки, никто не узнает. Наконец-то папочка Алекс отдохнет. Лишь бы не разбудить. Ура, ноутбук! Сайт знакомств. У малышки появился план. Папуля, я скоро вернусь. Okay. Ваш заказ. Thank you. Кажется, девушка кого-то ищет. Hello. А вот и ты. What? Мы общались на сайте знакомств. Дело рук Мэгги. У Нэнси с Алексом завязался разговор. Все проходит неплохо. Их руки соприкоснулись. Это любовь с первого взгляда. План удался. Захватим колбу. Надрез. Обклеим коробочку. Смотаем жвачку. Упакуем в бокс. Деткам понравится хуба-буба. Перемена! Прости, Томми, но мне срочно нужно рассказать кое-что Лизе. У меня столько новостей. Рассказывай. Звонок на урок скорее. Ты чего толкаешься? Прости. Пора отдохнуть от уроков. Где же свободное место? Иди к нам. Том ставит подножку. Я это так не оставлю. Кто-то хочет? Жвачка? Хе-хе, спасибочки. Угощайтесь. Она мне еще пригодится. Садимся за парты и готовим листочки. Кого-то ждет сюрприз. Фу, успел. Мальчишка уселся прямо на жвачку. Я приклеился. Кто это сделал? Лалилу, я выхожу замуж. О, нужен свадебный образ. Поможешь? Конечно. Как тебе ткань? А это? Последний шанс. Идеально. Приступим к дизайну. Фата невесты. Блестящие туфельки. Невеста выглядит неотразимо. Алекс и Нэнси решили тайно пожениться. Все готово. Музыка. Нормальная музыка. А чем вам не нравится? Ладно. А вот и невеста. Любимая, ты заставляешь мое сердце биться чаще. Песик выносит обручальные кольца. Ой-ой, жених наступил на лапку. Милый, я нашла колечко. Свадьба продолжается. Объявляю вас мужем и женой. Наша любовь навечна. Поздравляем молодоженов. Выберем картон. Идеально. Нужен инструмент.
Начертим развертку. Сложим бокс. Внутри поместилось много игрушек. Запечатаем. Подпишем коробку детей. Хрупкие предметы. Целая гора ящиков. Пожелаем легкой дороги. Тома ждут новости. Детки, я вышла замуж. Мы переезжаем в новый дом. Когда? За кого? Скоро все узнаете. Нужно упаковать вещи. Мои игрушки готовы. Скоро познакомитесь с новыми сестричками и братиком. Что же, новый дом, новая жизнь. Но как это все утащить? Папа, что происходит? Мэгги, я женился. Теперь мы переезжаем. Как же так? Все так быстро. Коробки упакованы. Полный вперед. Алекс с детками приехал первым, а вот и Нэнси с малышами. Я успел соскучиться. Ты моя новая сестра. Вот так совпадение. Достанем из бака пленку. Распечатаем поле для игры. Пробьем отверстие. Выберем заклепку. Кружок с указателями. Сложим бокс. Набор для игры в твистер сблизит всю семью. Новоиспеченные семейки нелегко вместе. Отдай пульт. Я первый взял. Отпусти. Уступи. Почему именно ты? Худший сводный брат. Почему вы всегда ссоритесь? Нужно их помирить. Но как? Сначала нужно уложить крошек. У меня идея. Сыграем в твистер. Места хватит всем. Не стесняйтесь, это весело. Все запутались. Мы заказали пиццу, угощайтесь. Обожаю пиццу, Мэгги, возьми. Детки подружились, что же их семью ждет дальше?